AFTJudge. Тогда получается, что в России ничего хорошего не будет, такая же реваншистская дурка. Тогда уж надо будет поскорее унести ноги из страны. Ну что вы, я полон оптимизма и ставлю на 1% совершенно невозможного варианта, что придут адекватные люди. Да. Или хорошие шизы. Судьба России не в руках шизов. Судьба России в ваших руках. И те, кто думают, что за вас решат эти сумасшедшие, докажите им, что вы способны вырвать свое будущее из их рук. Вырвите из их лап свое будущее. Я буду стараться вырывать. Для этого и стоит остаться в России. А не для того, чтобы позорно еще уехать опять на 100 лет, чтобы отдать мразям нашу страну.